Акция школы ЖКХ нашего двора – это отличная возможность решить самые различные вопросы, не отходя далеко от своего дома. Мероприятие является новым форматом проведения Дня открытых дверей, который раньше проводили управляющие компании. Здесь все по-соседски, могут собраться, пообщаться и, самое главное, решить насущные вопросы. Инициатором и организатором акции выступила Государственная жилищная инспекция Московской области. Она проводится для того, чтобы максимально приблизить население к управляющей компании и к административным органам. Вот сегодня у нас везде, на всех 17 площадок у нас сегодня работает, и на каждой из этих площадок присутствуют представители Московского областного отделения МОСОБЛЕИРЦ, МОСЭНЭРГОСБЫТА присутствует, администрация присутствует, присутствуют работники фонда капитального ремонта, и конкретно каждому из них жители могут напрямую задать любой вопрос. Жители также могли пообщаться с представителями регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании «Хартия». К ним, к слову, вопросов было больше всего. На сегодняшний день самый насущный вопрос, который вызывает беспокойство жителей, это начисление за ТКО. У нас на сегодняшний день задерживаются квитанции с данным платежом, и вследствие чего происходит при получении квитанции увеличенная сумма, что людей вводят в заблуждение. Люди не понимают, что данный тариф действует с января, и сумма, которую они сейчас видят в квитанции, включает также и этот месяц, и все те предыдущие, которые были до июня-июля. Для создания в рамках школы ЖКХ еще более уютной и неформальной атмосферы в каждом дворе, где она проводилась, поставили полевую кухню с горячей кашей. А для детей была организована анимационная программа. Всего по данным ГЖИ, в акции школы ЖКХ нашего двора приняли участие 626 управляющих организаций из всех муниципалитетов Московской области, а посетили ее более 12 тысяч человек. Мария Буржинская, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.